Наконец-то мы в Уфе, слава богу. Вот. И, в общем-то, это музейный тур, который был придуман в 2008 году, вот, группа «Синие носы». Почему у вас группа называется «Синие носы»? Ну, в 99-м году стали снимать короткие видеофильмики, пародирующие вот это вот все московское и прочее современное искусство. Чтобы подчеркнуть вот этот жанр, надели на носы пробки. Ну что, жанр такой телеколонад. Пробки от бутыли с водой. Они были синими. И в Москве, когда увидели это видео, оказалось, что первым делом это интересно смотреть, а вторым делом у нас все стали те самыми синими носами. Работы очень простые. Вот работа, допустим, с лучшими милиционерами. Да. Основная функция этой работы – это как бы увольнение бывшего министра культуры по фамилии Соколов, который высказался очень однозначно, сказал, что это позор России. И с лучшими милиционерами – это, в общем, как бы метафора очень всем понятна. Вот за эту работу мы были подвергнуты остракизму там, со стороны болельщиков «Зенита» и «Спартака». Это самые лютые диаспоры, в общем, которые воюют на футбольных стадионах и занимаются около футболом, то есть дерутся, даже не понимая, в общем, что за «Зенит», что за «Спартак». Вот распятый Ленин. Вот. Знаете, то же самое, что с «Авангардом». В свое время, знаете, люди шли в тюрьмы за неверную трактовку образа Владимира Ильича. Сейчас идут в тюрьмы, уже там «Пусси ревет», например. Вот девчонки такие сидят в тюрьме из-за неверной трактовки образа Бога. Ну тут вообще очень простая. Вот эта вот картинка называется «Идиотский пейзаж». Понятно, почему она называется «Идиотский пейзаж»? Потому что пейзаж на заднем плане, а на переднем два идиота. Через 15 минут будет перформанс, который связан с риском для жизни тех, кто будет наблюдать за этим всем. А сейчас прозвучит кода пьесы, которая специально была написана для этой выставки Маратом Файзулиным. Исполняет автор Марат Файзулин и Диляра Файзулин. Между собой художники спрашивают у меня, что... Ура!